Так хотел быстренько кое о чем рассказать, о новой функции узнал. Вот я раньше этим не интересовался, но оказалось, что есть такая функция. Можно сделать слайд-шоу, то есть чтобы не один фон был на мониторе, а сделать сменяющийся. Заходим в фон рабочего стола, ну можно просто обои ввести. Поиски, вот будет выбор фона рабочего стола. И вот тут в настройках есть сплошной цвет, есть фото, есть слайд-шоу. Тут мы выбираем папку с картинками, которые будут меняться. То есть надо отдельно сделать папку, но вот у меня папка, в ней картинки есть. Вот и, соответственно, вот папка под названием 1. Выбираешь эту папку, выставляешь диапазон, то есть минуту, там 10 минут, 30. Вот, и с такой периодичностью будут меняться картинки, вот те, которые в этой папке. Можно в случайном порядке выставить, можно не в случайном, вот включить, отключить. Ну и, соответственно, как они будут, так сказать, как они будут появляться, картинки. Ну вот просто заполнение у меня стоит. Ну так быстренько хотел просто рассказать о новой функции, вот раньше об этом не задумывался. Но оказалось, что есть такая функция Windows. Так что не забывайте также на Twitch подписываться. Ссылка будет в описании под видео. Ну и, разумеется, подписываться на YouTube, лайкать видео. Как-то так вот.